Итак, всем привет, ребят, как у вас делишки, рассказывайте, мы потихонечку начинаем, и сегодня будем пробовать пройти испытание, чемпионат Бравл Старсу. 15 побед нужно сделать, всего 3 жизни у нас будет на это. Сколько раз я пробовал пройти чемпионат, и у меня не получается. Максимально я доходил, одну победу мне не хватило, чтобы забрать все призы за эти чемпионаты. Но, к сожалению, не получалось. Надеюсь, в этот раз получится. И, конечно же, откроем немножко кейсов, посмотрим. Может быть, сейчас какого-нибудь бравлера достанем. Поехали. Так, я решил, играть я буду точно на Синди. Это, кстати, моя первая легендарка, которая мне упала. Ну, давайте откроем просто пару кейсов на удачу. Может быть, еще что-то упадет. Так, все, купили, погнали. Пожалуйста, 3 кейса, блин, шанс хороший на самом деле. Мне может выпасть один гаджет и, в принципе, все, больше у меня... Хотя нет, там есть пару гаджетов. 5. Блин. Бонусы хотя бы упали. Ну, пожалуйста, легендарку еще одну. 5. Да чтоб тебя. Ну и сейчас будет, скорее всего, тоже 5, я чувствую. А, ясно, ладно. Так уж и быть, погнали играть. Не везет мне с открыванием кейсов, не знаю, что за фигня. Может, повезет хотя бы в испытании. Сейчас все выиграем. У нас Эдгар, Динамайк, офигенный пик просто. Мимо. Мимо. Вот это манцы просто. Воу-в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 оу. Воу! Да отстань ты от меня! Вы смотрите, что делает. Просто смотрите, что делает. Ну, помогите, команда! Ну, где помощь? Почему они не играют? Боже, нужна помощь. Давай, этого я забираю, хорошо. 14-13, мы выигрываем пока что. Мы впереди. Главное, чтобы вот этот чувак не умер с 4 звездами. Эдгара, забираем, забираем, забираем. Помогай. Хорошо. 16-13, ведем. Все, 18-20, проигрываем. Блин, как быстро все меняется. 42 секунды еще. Я не хочу начинать игру с поражения. Ну, давай, Эдгарчик. Хорошо. 22-22, я сравнял. Все решится именно сейчас! 24-22, бежать, просто бежать! Хорошо, 26-22, просто не умри, Динамайк, уйди, пожалуйста, оттуда. Или тоже будет, типа, конечно, подальше. 26-22. Если бы он меня сейчас подбил, то это была бы ничья, окей. Какая музыка крутая. Ой, как насыпаю жестко! Джин каленый. Опа! Хорошо, но меня забрали. 8-2. Окей, пойдет. Почему мне нравится Синди, я вам сейчас расскажу, ребята. На нем просто на автоатаке играю, я даже не целюсь. Просто мне такие бравлеры нравятся, не люблю целиться. Этого я забираю легко. Просто на автоатаке, одной кнопкой, смотрите. Опа, опа. Все, забрал. Вот, одну кнопку нажимал, вообще ничего не делал. 18-7, слушайте, здесь тотальная доминация. 21-7, это просто без шансов пока что для них. Хорошо. Тучку дал. Все четко. Релакс. 32. Хорошо, 32-21, тотальная доминация. Очень аккуратно играют, ребята. Очень аккуратно. Прям вообще безошибочно. Ну-ка. Я не могу ничего сделать. Просто не могу добежать. 10-6. Короче, я буду здесь стоять. Я не могу здесь. Я не могу его здесь играть просто. Хорошо. Тучку дал. Только не выпади у меня. Не видит меня. На автоатаке просто. 17-6. Это, по-моему, легчайшая игра. Смотрите, как я его сейчас накажу. О, куда ты полетел? Мне нельзя умирать, у меня 4 звезды. Давай, пошел накидывать. Уйти, просто уйти, просто уйти. 22-14, это победа. Если я не отдаю свои звездочки, это победа.
Хорошо. Третья победа. Повторяю, нам надо сделать 15 побед. Ай, залагало! Игра лагает, надо компьютер новый покупать. ФПС мало. Давай, куда ты там бегаешь? Ой, надо хилиться, надо хилиться. Ну как он меня попал вообще? Как он меня попал, он меня даже не видел просто, рандом. Опа, на автоатаке не ожидал. Блин, ну у них кристаллов тоже нормально, 6 штук. Ой, 6 это у нас, у них 5. Ну, вроде победа. Фу, четвертая. Хорошо. Хорошо. Слабенькие какие-то попались, на самом деле. Очень слабенькие, я бы даже сказал. Хорошо. Это уже пятая, да, победа? Неплохо. Неужели я в этот раз стану чемпионом Бравл Старса? Да, кактус вообще никак, ни о чем. Кактус ни о чем, и это кажется поражением почему-то мне. Почему-то кажется поражением. Если мы сейчас не сделаем, не сотворим чудо. А я не знаю, как его сотворить, когда я один играю просто за всю команду. Ну как вот его поймать? Я не могу ничего с ним сделать. Не могу подойти просто. Ну это проиграно. У нас какой-то кактус вообще слабый. Он вообще не играет. Ультра слабый на кактусе. Да, это ГГ. Это ГГ. Это ГГ! Да как? So tired. Да как можно было всю игру тащить и потом просто проиграть? So забирай, пожалуйста. Все, оставь его в покое, просто уходи. Это победа. Мы ее просто, Ярик ее просто вырвал. Я аж вспотел. Да уйди, пожалуйста, Ярик, просто беги на базу. Фу, это было сложно. Мимо, мимо, мимо. Хорошо. Давайте, давайте, ребят, надо идти забирать у них, отжимать территорию. Вон ту, Леха, иди забирай территорию. Леха. Что ты стоишь, Леха? Иди забирай территорию. Все, надо идти. Забрал. Да отойди от меня! 91. Вроде победа. Ну да, они уже вряд ли выиграют. 95. Фу. Серебряный у нас чувак на серебряном скине, но по-любому задрот, должны выиграть. Они вдвоем. А почему ты АФК стоишь? О боже! Сейчас бы зайти АФК, ну не знаю, ладно, может быть попу вытирал, что он там делал. Ну не хватает. Не попал. Это мой косяк. Я не попал. Ну, вроде выиграли. 97! 96! 99! 3%. Это второе поражение, да, у нас? Блин, там было 3%. Просто... Ну, наверное, если бы я попал, то мы бы, скорее всего, выиграли. Да отстань ты от меня! Я не смог его пробить. Слишком много хп. Да отстань ты, блин. На это поражение, походу.
Хотя нет, он здорово отбил, блин, красавчик просто. 85, ну все, сейчас он добьет, 96 он добьет. Его никак не остановить, Эль Прима. 97! 3%! И у меня нет зарядов. Девяносто четыре у нас, у них 97, 95, 96, 97, 98, 99. И это победа! Но время идет. А что ты стоишь? Я не понимаю, люди заходят играть в чемпионат и стоят АФК. Что? Серьезно? Ты можешь хотя бы во время чемпионата играть, а не стоять АФК. Я не понимаю этого. У них больше процентов. Ну, проиграли. Да, я просто не понимаю, как люди заходят играть в чемпионат и АФК. Вот как можно просто зайти и... На сколько там? 9 побед я сделал. На 9 победах просто стоять АФК. Как просто? У меня не укладывается это в голове. Это бред просто. Ладно, всем спасибо, что досмотрели до конца, ребят. Я думаю, что следующий чемпионат мы точно выиграем. Будем тренироваться, сделаем... Какие ошибки? Да я не было ошибок, я все правильно сделал, блин, а меня команда АФКшников постоянно кидает, и хрен ты пройдешь, потому что половина челиков играет в эту игру просто так, по фану, я не знаю зачем. Всем спасибо, пока, ребят, удачи.